Золотые медали блестят на солнце и уже через несколько минут окажутся в руках самых трудолюбивых и успешных выпускников Нижнего Новгорода. Одну из них заберет Ксения Степанова. Девушка сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов. За заслуженные награды Степановой пришли всей семьей. Когда видишь ее такую красивую, умную, интеллигентную девушку, то да, понимаешь, что, во-первых, понимаешь, что годы не прошли зря. Вот. Ну и осознаешь, что дочка выросла. Очень радостно, что все старания, которые эти 11 лет я вкладывала в учебу, они не все не зря, все не напрасно. Школьные годы – это лучшие годы, лучшие дни. Тот первый раз влюбляется, у кого-то лучшие друзья остаются со школьной парты. Нижегородские школы в этом году закончили более 5500 11-классников. Почти 500 из них своим трудом и стараниями доказали, что достойны золотых медалей. Радость для начала, потому что мы долго все шли к этой медали. Не только я, но и учителя, родители тоже помогали. Это очень трогательно, ответственно. Столько трудов ребенок вложил в эту учебу, сам ребенок. Мы-то поддерживали, помогали, но это все, конечно, все на плечах ребенка. Больше всего медалистов в лицеях номер 40, 38, 8, 28 и школе номер 91. Среди районов города на первом месте Нижегородский. Там 109 золотых медалистов. У нас в области 1297 выпускников, которые получают медаль. Фактически это каждый 10-й выпускник этого года. Это очень хороший показатель, и нашей системе образования, хоть это и не скромно, есть чем гордиться. Шерзат Сулейманов горд за своего брата Павла. К торжеству родные подготовились, сделали манишки с фотографиями выпускника. Чтобы интересно было, а то как-то скучно, все одинаково, а тут вот. Гордитесь братом? Конечно, как же. Первыми медали получают те, кто не только отлично окончил школу, но и защищал честь города на всероссийских олимпиадах. Это знатоки информатики, французского языка, истории, экономики, обществознания, математики, астрономии и литературы. Все победы начинаются с победы над самим собой. И это правда. Соревнуешься не с кем-то, а с самим собой, не ради наград. Вы все очень умны и талантливы, и ваши медали – это лучшие тому доказательства. Впереди у выпускников поступление и десятки экзаменов, а пока время насладиться отдыхом и набраться сил. Екатерина Васильева, Михаил Горняков, «Время новостей».